Югорские школьники планируют развивать в регионе фудшеринг и киберспорт, а также создать ветряные электростанции и построить лунную исследовательскую базу. О своих проектах молодые люди рассказали губернатору Наталье Комаровой. Накануне в Ханты-Мансийске глава региона встретилась с активными школьниками из региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена». Участники из других городов, главы муниципалитетов и руководители общественных организаций присоединились к обсуждению онлайн. Напомню, второй сезон федерального проекта «Большая перемена» стартует уже 26 марта. Мне сегодняшняя встреча дала мотивацию двигаться дальше. И это в первую очередь невероятный заряд энергии. И огромное спасибо Наталье Владимировне, которая настолько поддерживает всех участников данного стола. И я считаю, что это и есть наша главная цель – двигаться дальше, прославлять свой регион. Также участники конкурса обратились к губернатору с просьбой поддержать инициативу создания отделений «Большой перемены» в каждом городе Югры. Наталья Комарова одобрила предложение и тут же отдала распоряжение главам муниципалитетов. Здесь и сейчас, учитывая то, что сегодня в нашей встрече принимают участие руководители муниципалитетов, и дают такое прямое поручение оказать содействие в формировании возможностей для деятельности этих отделений.